5 октября более чем в 100 странах мира отмечается праздник, к которому имеет отношение буквально каждый человек – День учителя. Детские сады, школы, техникумы, университеты – везде ребенка сопровождает учитель, дающий знания, наставления, сопровождающий в первые годы жизни. Эту профессию выбирают люди с большим сердцем, готовые всегда помочь, поддержать, научить. Педагогов Славянского района с профессиональным праздником поздравил глава Роман Синеговский. По традиции, перед профессиональным праздником, Днем Учителя, глава Славянского района Роман Синеговский приглашает на торжественный прием лучших представителей педагогической профессии. Среди участников приема в этом году школьные учителя, педагоги дополнительного образования, тренеры и воспитатели, преподаватели высшей школы и техникумов, руководители образовательных учреждений. Благодаря вам, наверное, прежде всего появляются знания. Мы становимся где-то воспитанными, у нас появляются добрые, хорошие привычки, эти привычки перерастают в характер. Ну, наверное, так и должно быть, и благодаря, вот, век живи, век учись, благодаря тому, что мы постоянно общаемся, учимся, советуемся с вами уже на более, наверное, новых рубежах своей жизни. Благодаря этому, наверное, сегодня мы живем, работаем, и Славянский район процветает, и город Славянск на Кубани. Поэтому спасибо вам за все, что вы делаете. К словам поздравления в адрес лучших славянских педагогов присоединился и заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко. В канун замечательного праздника, Дня Учителя, хотелось бы вам всем пожелать. Я уверен, что раз вы задержались в профессии, то это именно так. Быть преданным своей профессии, быть четким, отзывчивым педагогом в то сложное время, как всегда говорят, в котором мы живем. Да? Какое время ни жили, всегда оно в чем-то сложно. Поэтому огромное всем спасибо за ту работу, которую выполняете. Желаю вам здоровья, радости в ваших семьях, только приятных эмоций, ну и хороших воспитанников, учеников. В адрес учителей, приглашенных на торжественный прием, было сказано много теплых слов и пожеланий. Особенно трогательным был подарок, подготовленный воспитанниками детского сада номер 9. Малыши исполнили поздравительные частушки. День учителя – это праздник особенный. Он близок к каждому человеку. У всех были учителя, которые своим опытом, профессионализмом, чуткостью и пониманием дали путевку в большую жизнь. И все поздравления, что в этот день принимают педагоги, конечно же, заслужены. Я очень люблю свою профессию, ведь я работаю в области дополнительного образования. А дополнительное образование – это постоянный простор для экспериментов. Это, конечно же, детские глаза, это детские улыбки и то счастье от общения с ними. Потому что я вижу рост каждого малыша. Это и проект мечтателя, это увлечение равнодушных, и это же, конечно, первые победы моих маленьких воспитанников. Накануне большого праздника Международного дня учителя хотелось бы всем пожелать, конечно же, больших педагогических побед, но самое главное – это крепкого здоровья, и чтобы такие же победы каждый педагог смог одержать в семье. Потому что именно с семьи начинается и наша карьера, и наша любовь к родным, любовь к профессии. В общем, всего самого лучшего, дорогие коллеги. В конце торжественного приема каждому педагогу Роман Синеговский вручил благодарственное письмо за большой вклад в развитие отрасли образования Славянского района и памятный подарок. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».